обучения в качестве обучающей программы. У нас планируется мастер-класс, фирма «Кавермед» организует всю эту программу. И сегодня будет оперировать заведующий магическим отделением города Нижний Новгород Воронцов Алексей Юрьевич. Вот. И ему предоставляется слово. Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что, в общем-то, информация это общеизвестна. Но на сегодняшний день в структуре оперативного лечения рака молочной железы в хорошо развитых медицинских учреждениях распределение между операциями должно происходить примерно следующим образом. Треть операции – это мастектомия, треть операции – это органосохранная хирургия, и треть операции, в основном касающаяся молодых женщин, это реконструктивно-восстановительные операции. Реконструктивно-восстановительная хирургия в России развита не очень давно, это что-то около примерно 13-15 лет, как она начала развиваться активно. В настоящее время все большее количество регионов, в частности, благодаря компании «Кавермед», ее пассионарной образовательной деятельности начали применять реконструктивно-пластические операции в рутинной практике лечения рака молочной железы. И благодаря этому, конечно, качество жизни пациентов наших на сегодняшний день значительно возросло. В связи с тем, что развиваются профилактические операции, очень много и стало это модно. На самом деле это оправдано и с медицинской точки зрения. Стало много профилактических хирургий, когда удаляются внешне как бы неизмененные молочные железы с целью профилактики рака у пациентов с наследственными мутациями, наследственными мутациями рака молочной железы. А в связи с этим эта хирургия никогда не отомрет, несмотря на все успехи лекарственной терапии. Что касается содружества реконструктивной и эстетической хирургии в лечении рака молочной железы, это, естественно, параллельно идущие два направления, в связи с тем, что после того, как пациентке восстановлена одна молочная железа, нужно делать и с другой железой для того, чтобы была симметрия, было качество жизни, женщина себя ощущала полноценно, и была и полноценной в социальном, психологическом плане, в сексуальном плане. Вот для этого всего мы выполняем не только, собственно, реконструктивные операции, но и эстетические операции, симметризирующие на второй молочной железе. Большое спасибо.